Так, собираемся выходить. Олег он удочки вот собирает, я собрал уже. Сегодня в Ермолаево будем ходить. И уже лодки ходят. Это пиздючок сел уже. На соплю. Эх, ты куда подскакал? Глубину шибко большую сделал. 12 метров сделал. Можно смело 1-2 метра отрезать. Хотя вот вровень идет, а у меня, блин, туда. Глубину большую, говорю, сделал. Это 12 метров. Думаю, здесь поглубже в Ермолаево очень неудачно. А у меня поплавок сзади идет сейчас. Или надо груз поменьше поставить. Уже вроде неплохой. Ага, опять на соплю. Такой нормальненький. С бусинкой с одной. С этими. С розовыми бусинками ставь. Вот. Ну да. Бусинками. А я в последнее время делаю с одной. Ну, разницы никакой, а бусинки эти одевать, блин. Ну так проблематично.
Сопля, да? А, здесь одни сопли, походу, будут работать. Все сопли понаставил или нет еще? А нижнюю оставил эту? Да? Нижнюю муху оставил пока. Ну, да я вот тоже думаю на тиролике надо поставить все сопли. М? На балде все три. Муха? А? Муха? Да. Да нормально видно. Ой, какая муха, такой рыба. Ну, коника на 16-м крючке. Там и кораблик неплохой, так толкает его. Думаю, что дурачится. Крупняк. Ой, блин, ты куда? Иди с лодки. Отсюда. Но у меня снизу муха висит. Взял, что ли? Угу. Уже нормальный такой. О, у меня-то там тоже. Нихуя хороший. Сопля.
Ящик хороший. Которого первого показывал. Ну, снимает. Намочил капитанскую. А? Намочил капитанскую кепку. Ну, я мочу ее за ней. Умереть надо. Эх, сука, с хвостом 2-4. Я хоть поснимать маленько. Как ты тут? Фотки классные получатся. Кто-нибудь бы надергали? Мы вниз же ушли. Там за бакином. Там мелочевка одна была. Видишь, складинка. Тихо. Явно мелочь. Крупный так ебанет нас. Фотки, подставки начинают. Ах, убежал. Вон. Маленький, да? Ну, небольшой. О! И у меня поклевка. Да ёп. Сука, ты смотри. А? Опять наверх. Хотя я, которая целый день работала, сопля, поставил вниз. В серединку. Он заглотил его. Эй, блин.
ты поставил это? А это, а взял опять на верхнюю, только на другую уже соплю, а та промолчала. Поклевки? Ну вот они его уже другого. Нормально, вроде.